представьте себе, что надо разрезать не на 12 одинаковых квадратиков, а наоборот, на 12 одинаковых не квадратиков. Можете разрезать поверхность куба на 12 конгруентных частей, чтобы это были не квадраты. На 12 конгруентных не квадратов. Ух ты! Он просто каждую грань отделил от другой и разделил. Разрезал на две конгруентные части. Поняли? Я отделил друг от друга. Молодец! Молодец, все правильно. Можно было, между прочим, не обязательно на два прямоугольника. Можно было на два треугольника. Можно было как-нибудь еще хитрее. Квадрат многими способами можно разрезать на две конкурентные.